15 ноября – Всемирный день вторичной переработки. Что об этом знают тюменцы, узнаем в вопросе по подосе. Что такое шреддер? Это из черепашек ниндзя. Персонаж из черепашек ниндзя. А из оргтехники? Это которая уничтожитель бумаги. Да. Машина, которая перерабатывает тот или иной материал. Ясненько. Есть человек в Ютубе шреддер. Что нам делает? Прокачивает по натуральному бодибилдингу. Это получается мэр Москвы. Бывший губернатор Тюмени. Ага. Вот. Шреддер. Да, Сергей Шреддер. Шреддер? Клан фуд, по сути дела, да. Клан фуд? Да, фуд. Ну, ага. Черепашек ниндзя. Да. А из оргтехники? Вот это я, к сожалению, не помню. Что это за знак? Выбрасывать нельзя. А где можно? Можно только в специальных местах. Запрещены мусорки, мусорные, что нельзя, видать, устанавливать. А где в Тюмени запрещены мусорки? Я не знаю такого. Везде, по-моему, мусорки стоят. Да, то есть никто не соблюдает закон? Наверное. Знак ведь есть? Есть. Мусора нет. Да, просто мусора нет. Его ставят там, где чисто. К сожалению, я не могу ответить. Переработка мусора. Переработка мусора. Типа нельзя мусор выбрасывать. А куда его тогда можно? Я не знаю, что он зачеркнул тогда. Это получается запрещено. Мусорки нету. Запрещено. Получается вывоз мусора либо еще что-нибудь. Мусор нельзя выбрасывать. А где можно? А где можно? Там, где не перечеркнуто. Гениально. Утилизация. Круговорот какой-то по стрелкам, поворот. Ага. Это дорожный, да, знак? Наверное, да. Раз вижу. Какой-то знак, бежать. А, по кругу. По кругу. Типа поворотники, круг. Круг. Да. Треугольник и стрелок – это круг. Типа того, что-то, да.